уткнулась взглядом, чтобы остаться рядом, чтобы о многом говорить. Меня зовут Андрей Басенко. Я автор песен, пишу стихи, пишу музыку. Пишу на русском языке, на украинском языке. У меня есть несколько альбомов, которые я выпустил. Я хочу, чтобы мои песни были услышаны, и поэтому я пришел на замечательную передачу, которая называется «Раскрути себя сам».